С завтрашнего дня начинается 9-й международный турнир по вольной борьбе. В памяти выдающегося представителя 20 века, заслуженного тренера Советского Союза Дмитрия Коркина. Мероприятие начнется с семинара судей, где 16 представителей зарубежных стран и России будут повышать квалификацию. А в зале борьбы завершается подготовительный этап к турниру. Всего заявлено 26 стран. На сегодняшний день многие из них уже прибыли в Якутск. Все члены сборной республики выйдут на ковер. От соревнований освобождены участники Олимпийских игр Виктор Лебедев, Аял Лазарев, Виктор Рассадин и Виктор Степанов. Почетными гостями коркинского турнира станут представители ЮВВ, главный тренер страны Дзамбалат Тедиев, олимпийский чемпион из Турции Таха Аткюль. Будут участвовать 26 стран. Ну, впервые заявились, я хочу сказать, это тоже борцовская держава, команда Индии. Мы их ожидаем, но буквально они сегодня-завтра должны дать подтверждение. Ну, готовности нормально. Мы приехали, сейчас сезон только начался, поэтому наша задача максимально опыт набраться. Третий раз на турнир Коркина. И могу сказать, что очень хороший турнир. Чувствуется, что очень, очень серьезное отношение к борьбе и к организации.